А это ювелирная распродажа, и у нас абсолютно разнообразный ассортимент. Не устану повторять, что у нас широкий-преширокий выбор ювелирных изделий. Для того, чтобы в магазинах найти такой ассортимент, это нужно обойти не один торговый центр. Не то, что в один бутик ювелирной сети, а обойти несколько торговых центров, чтобы найти такой богатейший ассортимент. Здесь у нас и серебро, и золото, и позолота, и бирюза, и малахит, редчайший натуральный аквамарин. Все-все-все по лучшим ценам, а сейчас дорога жемчугу. Встречайте, это колье под названием «Жемчужная симфония». Мне лично этот дизайн безумно симпатичен. Это то самое колье, в которое я, например, влюбилась с первого взгляда. А когда я увидела цену, ну, тут моя любовь окрепла окончательно. Это уже, как говорится, любовь на всю жизнь. Итак, колье «Жемчужная симфония». Да-да-да, удивляйтесь дальше, ведь это шоп-н-шоу. Все подарки и сюрпризы только для вас, для наших телезрительниц. И действительно, даже новинка у нас представлена по цене со скидкой. Это новый элемент, новый аксессуар весенне-летней ювелирной коллекции, но уже идет скидка. Мы не предлагаем вам запылившиеся позапрошлые лоты из позапрошлогодних коллекций. Мы предлагаем вам даже новинки по сниженным ценам. Кстати, о снижении. 1700 рублей – это экономия на данном колье. А вы мне ответьте, в каком магазине сейчас на ювелирную новинку вы получите скидку? И не какие-то там символические 100, 200, 300 рублей, а сразу 1700. Вот зайдите, после того, как закажете это колье, конечно, у нас, зайдите в бутик ювелирный и скажите, мне нравится это ваше колье из жемчуга натурального. Кстати, из новой весенне-летней коллекции. И я хочу, чтобы у меня была скидка минимум 1500. Ну, вы понимаете, как на вас посмотрят и что вам ответят. А у нас сразу же на новинку жемчужную из натурального жемчуга скидка 1700 рублей. Но это еще не все. Вы видите вот эти сферы, вот эти вот вставки, усыпанные стразами, кристаллами. Вам хорошо знакомы эти кристаллы. Я уверена, их блеск нельзя ни с чем спутать. И вы уже угадали, какое торговое название эти кристаллы носят. Да-да, те самые австрийские кристаллы. Посмотрите, как сочетается этот острый, бриллиантовый, первоклассный блеск кристаллов с нежным сиянием жемчуга. Мне лично очень нравится, что в каждой нити колье только по три вставочки. Посмотрите, я вам демонстрирую, как на теле у вас будет сидеть это колье. И это очень правильно. Если бы вставок было больше, а они у нас еще и в позолоте, такой вот красный, тогда они смотрелись бы уже слишком блестяще и перекрывали бы сияние жемчуга. Жемчуг не блестит. Он сияет благодаря природному перламутру. Ну а вот таким вот образом, благодаря тому, что у нас не так много вставок, по три всего лишь сферы на каждую нить жемчуга, смотрится очень изящно, очень благородно. Вот она, та самая жемчужница, которая дарит нам этот изумительный презент. Действительно, жемчуг – это подарок природы. Камень, рожденный в морских или речных, или океанических глубинах. Как отличить натуральный жемчуг от искусственного, от имитации? На самом деле очень просто. И не на зуб, как вы подумали, хотя это действительно один из старинных методов, в прямом смысле слова, попробовать жемчуг на зуб. Удивитесь, скажете, а что? А что, если остается такой, как песочек, как осадочек у вас на зубах, то это жемчуг натуральный. Вы просто снимете верхний слой перламутра зубами. А есть гораздо более женский способ, но я вот таким образом проверяю жемчуг, все-таки на зуб не пробую, просто прикоснитесь к жемчугу. У нас здесь софиты, оно прохладное. Почему? Удивляетесь вы. А на самом деле все просто. Секрет в том, что натуральный жемчуг всегда сохраняет прохладу той воды, из которой его достали, той воды, в которой он был рожден. Обратите внимание на размеры. Да, не удивляйтесь, у нас для вас есть варианты длины, а именно 45, 50 и 55 сантиметров. Давайте выберем вашу длину. Если вы предпочитаете небольшие декольте, вырезы, либо такие вот полукруглые, либо, может быть, треугольные, но, опять-таки же, не глубокие, выбирайте длину 45 сантиметров. Стандартная, классическая, универсальная. Если вы любите более откровенные декольте, для вас 50. Ну, а если вы подбираете колье под вечернее платье, под коктейльное платье, с таким вот откровенным, красивым, весенним, оголяющим декольте, выбирайте длину 55 сантиметров. Я уверена, каждый из вас подберет колье «Жемчужная симфония» под себя. Но самое главное, даже если вы закажете два колье себе и своей сестре, своей маме, своей подруге, своим двум дочкам, своим внучкам, племянницам, крестницам,
В любом случае, каждое колье будет уникально. Да что колье? Здесь каждая жемчужина неповторима. Посмотрите, как однояйцевые близнецы не бывают идентичными, так и жемчужины не бывают одинаковыми. Если вы видите в украшении две абсолютно одинаковые жемчужины, будьте уверены, что это имитация жемчуга. А у нас прохладный жемчуг. Слушайте, такой хороший кондиционер. У нас в студии достаточно жарко под софитами. Я просто охлаждаюсь. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что жемчуг – это секрет молодости. Кстати, многих цариц, таких как, например, Клеопатра. Существует легенда, как известно, в каждой сказке есть только доля сказки. Сказка – ложь, да в ней намек. И не только добрым молодцам, но и женщинам урок. Так вот, эта прекрасная женщина, которая умела себя преподнести, выпивала каждое утро особый эликсир молодости. То ли ей кто-то из местных лекарей ее подсказал из окружения, то ли она придумала сама, то ли, может быть, получила в наследство этот рецепт от своей мамы, бабушки и так далее. В бокале с небольшим количеством уксуса для Клеопатры растворяли жемчужину, затем заливалась вот эта вот смесь соком и гранатовым, и, соответственно, она его выпивала с огромным удовольствием. Считается, что именно это и сохранило ее молодость, красоту и сияние ее кожи. Носите жемчуг, нам можно ничего не толочь, просто украшать себе жемчугом, чувствуете его морскую прохладу. У вас будет круглый год ощущение, что вы на море, что вы на курорте, что вы отдыхаете и душой, и телом. Так что становитесь прекраснее, становитесь моложе. Вот он секрет молодости в жемчугах.